Ну что ж, ребятки, я всех приветствую. Сегодня будет новое видео, в котором мы будем работать дальнобойщиком. То есть это будет некий будет дальнобойщик, потому что вам эта тема нравится, вы ставите лайки, много просмотров, поэтому я записываю для вас новую часть. Сегодня будет довольно-таки необычное видео, потому что мы будем работать на двух фурах, то есть на газоне и на магнуме. От вас я, конечно же, хочу видеть максимальную активность. Давайте на этом ролике наберем 150 лайков, и в скором времени выйдет еще одна часть, будем дальнобойщика. Если вы, конечно, хотите. Все зависит только от вашей активности. Но я вам, ребятки, напоминаю то, что играю на проекте Amazing RP на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а при старте игры вам, конечно же, поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него вы получите 300 тысяч рублей. Я в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Я думаю, ролик получится прикольный, потому что подобного еще не было, то есть я буду в одном ролике работать на двух фурах. Это довольно-таки интересно и прикольно, тем более вышло обновление, зима, поэтому видосик, я думаю, будет еще и атмосферный. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, для тех, кто не в курсе, у меня теперь есть две фуры, два тягача для работы, то есть это получается газон, третий чип нитро, статичный неон, и я себе еще приобрел магнум с таким же тюнингом, то есть получается третий чип, нитро и неон. Этот магнум вы уже видели, вы его знаете, вы его прекрасно помните, многие уже видели его на стримах, но давайте я вам еще раз его покажу. Я думаю, вот так вот, в принципе, стало все понятно, то есть я снимал про этот магнум уже видео, я думаю, вы это помните, там было много просмотров, и потом я его продал. Продал для того, чтобы вернуть долг, что я в принципе и сделал. И вот спустя время это тот же самый магнум, я его выкупил обратно. Я понимаю то, что газон это имбовая тема, это очень классно, это классно по заработку, это классно по скорости. Но в любом случае, я балдею от магнума, мне он тоже очень нравится, поэтому я как бы работаю и на газоне, и на магнуме. Давайте для тех, кому интересно, я покажу ПТС, хотя там ничего по цене нету, то есть можете как бы особо не удивляться, то есть третий чип, нитро и неон статичный. В планах у меня сюда поставить гидравлику и возможно потом аудиосистему. Да, возможно цвет неона не самый лучший, ребята, но как бы их нету на статичном неоне, то есть я не видел ни одного магнума на статичном неоне. Данной покупкой я очень доволен, я купил его за 45 миллионов. Да, ребятки, возможно это дорого, возможно на других серверах они стоят других денег, но сами понимаете то, что на самом деле их очень редко продают и сложно найти нормальный вариант. Я его купил чисто из-за того, что здесь статичный неон стоит, потому что у меня по факту все машины на статичном неоне. То есть М5 мурка на статичном неоне, газон у меня на статичном неоне и магнум теперь у меня тоже на статичном неоне. Именно поэтому я его купил, потому что у меня была эта машина, я ее знаю там и так далее. И тем более, что меня подкупило то, что здесь очень большой пробег. 300 тысяч пробег, пацаны. 305 тысяч, если быть точнее. И мне эта машина прям очень нравится. Я хочу, чтобы здесь было там потом в будущем, возможно, 500 тысяч километров. 400 тысяч километров, понимаете? Потому что я начинал свой путь дальнобойщика именно с магнума, понимаете? И у меня такая, знаете, небольшая ностальгия, поэтому я решил все-таки себе приобрести этот магнум. Но все-таки я решил то, что мне он нужен, как бы, да. 45 лямов, не маленькие деньги. Но я думаю, он того стоит, потому что, повторюсь, на статичном неоне этих машин просто нет, ребята. Их просто не существует именно на 0.2. Возможно, там на 0.1, на 0.3, на другом серваке есть магнум на статичном неоне, но у нас на 0.2 он всего лишь один, из-за этого он очень сильно выделяется. Ну, газон это, знаете, не так интересно, не так атмосферно. Ты просто работаешь и фармишь баб. А на магнуме чувствуется именно эта мужская такая силушка, то, что ты дальнобойщик. Чувствуется эта атмосфера, понимаете? То, что у тебя прицеп, у тебя большая фура, тяжелая, прикольная. В этом плане, конечно же, магнум нравится больше. 115, уже 145, как бы, рейсов я успел сделать. Поэтому мне осталось всего лишь 5 скиллов, и я вкачаю максимальный скилл дальнобойщика. Я что, у меня прицеп улетел? Ты куда, алё? Вернись!
здесь. Во, привет. Прям в воду летел, прикинь. Так, а знаете, чисто ламповая серия, я вам покажу. Одну фуру, вторую фуру. В любом случае, как бы сравнивать их нет смысла, потому что в любом случае газон лучше, ребята. Да, не многие просят, но многие как бы спрашивают, когда там будет дальнобойщика, го будет дальнобойщика. Вы любите, когда я на стримах катаю дальне. То есть, я надеюсь, что этот ролик вам реально понравился, тем более, такого еще не было. То, что я в одной серии работаю на двух фурах. Я, ребята, не особо люблю ездить в Бусаево, поэтому я предлагаю поехать в Южечку, а с Южечки уже можно будет взять там Блэткарина, либо, может быть, еще куда-то, поэтому движем в Южечку, как бы, на 1000 меньше нам заплатят, но я думаю, как бы, это лучше, потому что расстояние такое большое, я сейчас быстренько до Южки долечу, а в Бусаево ехать, честно, не люблю Бусаево вообще. Также я хотел бы обсудить такую тему, то, что после обновления, после зимнего обновления убрали одну загрузку, это получается ферма. Я, на самом деле, очень сильно расстроился, потому что вышла обнова, я об этом не знал до того момента, пока не пошел на дальнюю работу. Я пошел на дальнюю работу, приехал в порт, там не было рейсов. Я такой открываю, получается, панелечку, ищу ферму, а ее нету. Но, ребята, к сожалению, да, это правда, загрузку, получается, разгрузку ферма убрали. Я, на самом деле, очень удивлен, потому что я думал, они хотя бы там, может быть, ее перенесут в другое место, либо добавят какую-то новую точку. Они, в принципе, полностью ее убрали. Тем временем, буквально за какой-то короткий промежуток времени, я уже оказываюсь, пацаны, в Южном. То есть на Магнуме, на самом деле, работать одно удовольствие. То есть, да, в любом случае, я вам миллиарды раз буду повторяться, то, что в любом случае газон лучше, пацаны. Об этом нужно знать, запомните это. В любом случае газон лучше. Я катаю и на газоне, и на Магнуме. То есть я, допустим, покатал час на газоне, потом пересел, допустим, на Магнум. Честно, разницы какой-то большой я не вижу. Там есть разница по заработку из-за того, что комиссия на прицеп на Магнуме, понимаете? Из-за этого есть разница по заработку. Но по скорости я особо разницу не увидел. Да, газон едет, получается, 200, Магнум 180, но какой-то, знаете, колоссальной там разницы нету. Меня уволили с таксопарка, нихуя себе, ебать. Зато вчера, ебать, я наебашил на такси, ебать, около 500 тысяч, понимаете? И меня просто взяли и сегодня уволили. Реально, я вчера ебашил, нахуй. Шо лошадь, ебать, нихуя себе, ебать, хуярил, ебать, там, таксовал, ебать. А меня тут, ебать, ты шо, нахуй, сука? Ебало тебе сломать, ты шо, нахуй? Я хуею без баяна, пацаны. Меня уволили с такси, и я не могу груз теперь сдать. Шо это за залупа, ебать? Работа. Нету, сука. Ёбаный, сука, агал, нахуй. Теперь мне нужно ехать в Арзамас, устраиваться дальнобойщиком, возвращаться обратно и сдавать рейс. Блять, ну сука, лагающий ты долбоёб просто, блять. Хуёвый, блять, не едь сюда, сука, не едь, блять, выйди с игры просто. А то проебашил меня, протаранил. У меня и так, сука, времени нема, ебать. Мне надо груз сдать, сука. 4 минуты осталось. Блять, давай нахуй. Газончик, газончик, блять. Магнум, давай, ебать. О, тапочку в пол и полишел, блять. Полетел нахуй, сука. Давай, блять, газу. Газу, сука, давай, газуй нахуй. А молодец, полетел, сука, ракета, блядь. Похую на красный, блядь, потому что я так уже проебал времени. Как бы, не обращайте внимания на мои оскорбления, пацаны, это всего лишь шутку, как бы. Там далеко-далеко есть земля. Там много снега. А тара-тара-тара-тай, ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-лай, 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 ла-ла-ла-лай. Не, пацаны, у меня сегодня бомба просто настроение. Отличное просто. 9 утра, я проснулся, ебать. Как штык просто, ебать, на бодрячке, ебать. И для вас записываю видео, понимаете? Просто бодрячком, ебать, залетаю просто на амазинах и ебашу дальним. Вот так вот, пацаны, ебать, вот так вот нужно делать. Люблю таких, ебать, люблю просто таких, ебать. Ребят, нахуй, которые заходят с утречка, ебать, как дадут пизды на дальний, ебать, да ты шо, ебать. Ну что ж, ребят, как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой. Я уже пересел, получается, на газон. Просто пушечка-колотушечка, на которой нужно реально... То есть, эта машина именно банкомат такой, понимаете? На котором нужно зарабатывать кэш. Опа, варники полетели. А какого хрена вы полетели, родные? Куда? Куда мы летим? На Марс или на Юпитер? Все, пропали варники, нормально. Ой, бля, водила от бога вообще просто. Просто водила привет, как говорится. Да. Бывают, пацаны, такие ситуации, как бы, пацанчик немножко, видимо, не различает полосы. Влетел меня просто на всей скорости, на всех парах. Ну ладно, ничего страшного, вроде бы как он извинился. Вот когда люди влетают и извиняются, это нормально, а когда врезаются и просто уезжают, это, конечно, петушиный поступок, поэтому, ребята, так не делайте. Надо реально всегда извиняться, приложить помощь, если вы как бы виноват. Если не виноваты, то просто можете уехать. Опа, ебать, будильник.
Добрый день. Так, это я должен был проснуться чуть-чуть позже, чем я проснулся. Я проснулся в 9, а должен был проснуться в 10. Я даже себе будильник завел. Я уже себе хотя бы режим восстановил, потому что в последнее время я ложился спать там 5, 6, 7 утра. Бывало в 9, спал потом до 4, до 5 вечера, понимаете? Это ненормально. Я наконец-то восстановил нормальный режим, теперь ложусь спать там в час, 2 ночи, потому что это нормальный сон. А так я ложился в 9 утра и спал, допустим, там часов в 9, понимаете? И когда я много сплю, мне потом так хреново. Я хочу еще спать, и мне сложно встать. А так я лег, допустим, сегодня в 3 утра, проснулся в 8:30, и я просто бодрячком, пацаны, бодрячком заряженный нахуй просто. Ракета ебанутая, нахуй. Ебальники только сносить вот так вот можно ебать. Фау-фау ебать. И все, красиво, понимаете? Бенгер, бенг, блять. Нихуя себе, блять. Ох ты, еб твою дивизию. Ты шо, Валера, блять, держи баранку, нахуй. О, пидорунок, пацаны. Иди-ка ты сюда, мой маленький. Иди-ка ты сюда. Ты шо там с НБК побачив, чи шо? О, привет, привет. Так, опаля. Восстановить всех нужд. Ну, хотя бы что-то, пацаны. Да, и кто не в курсе, кстати, добавили подарочки. 30 штучек до понедельника, по-моему. Поэтому можете зайти чисто на выходных, пособирать подарочки. Возможно, там випка выпадет, либо еще что-то. Но главное это получать, пацаны, удовольствие от работы. Если вам работа не приносит удовольствия, то лучше не работайте. Мне работа приносит удовольствие. Я прям бодрячком, с улыбочкой просто лечу, работаю, зарабатываю бабки. И мне это очень сильно нравится. Поэтому работа должна приносить удовольствие, ребята. Запомните, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блять, я не знаю, пацаны, из-за чего, но у меня какие-то шумы в микрофоне. Я не понимаю просто, как это пофиксить, блять. Меня это так бесит просто. Микрофон вроде бы нормальный, хороший. Но какого-то хуя у меня какие-то шумы. Не знаю, будет ли вам их слышно, но у меня, сука, какие-то шумы, которые я не могу пофиксить. Я уже и программу перезапускал, и комп перезагружал. Уже что только не делал, реально, пацаны. Если со звуком будут траблы, реально, очень сильно извиняюсь, пацаны. Я еще раз повторюсь, если будут какие-то шумы, пацаны, я очень сильно извиняюсь, как бы. Я с этим ничего не могу поделать вообще. Я не понимаю, в чем проблема. Я, короче, ребятки, только что пересмотрел запись, и все равно есть шумы. Не знаю, из-за чего, почему, какого хуя, блять, я не понимаю просто. Блять, спасибо большое. Так а нахер ты бегаешь по дороге? Есть у меня ремка и бенц. Да я стою, что ты от меня хочешь. Говорит, стой, стой. Ура, ура. Вот это пацан вообще попался, да, пацаны? Монгол, лев монгол. Так, что там, канистру еще надо ему заправить. Ты таки блогер, да? Мама, я в ютубе. Ладно, давайте ему бабок накинем, я не знаю. 143. Такие ему, короче, у бабосиков, хай пацан порадуется. Так, короче, побежали, помогли пацану, накинули бабок. Говорит, стой. Ну, пацан, если шо в ролике, я думаю. Но меня эти шумы микрофона просто, блять, убивают. Меня даже вот реально пропадает желание снимать, потому что ты снимаешь, и ты понимаешь, что звук получается говно. И ты с этим ничего не можешь просто сделать. И меня это прям очень сильно дезморалит. Ну что ж, ребятки, я вроде бы все настроил, не знаю, надолго или нет, потому что я поставил 2 новых фильтра, и вроде бы как звук пропал. То есть шумов вроде бы как нету, но звук, я думаю, поменялся. Напишите в комментариях, нормальный звук или нет, потому что звук очень сильно поменялся, пацаны. Очень сильно, поэтому напишите, нормальный звук, либо может вернуть старый звук, потому что без фильтров у меня почему-то какие-то шумы. То есть даже когда я ничего не говорю, у меня видно в ОБС по шкале то, что у меня идет жесткий шум примерно 50%. Я поставил 2 фильтра, и шум как бы вроде бы пропал. И у вас сейчас должен быть более-менее нормальный звук без какого-либо шума. Напишите в комментариях, как бы нормальный звук или нет, до этого был лучше там и так далее. Ну что ж, ребятки, продолжаем нашу работу. Карьер, берем. Первый стаж. Все, включаем нитросик, разгоняемся, летим просто. Я звук вроде бы перепроверил, вроде бы все хорошо. Но звук реально поменялся, не, может быть немножко эхо, пацаны. Поэтому, если что, реально извиняюсь. Самое, ребятки, обидно то, что микрофон-то нормальный. Не знаю, он должен работать нормально, без каких-либо фильтров. У меня он раньше так и работал. Без каких-либо фильтров он у меня работал нормально, понимаете? Когда я еще был на другой квартире, у меня он без фильтров работал нормально, и никогда таких шумов не было. Но здесь он без фильтров просто шумит, что ебанутый, я не знаю. Как будто у него в микрофоне, как будто в середине, блядь, пчелы нахуй летают. И это меня очень сильно бесит, ребят. Я очень сильно извиняюсь за звук, который был перед этим. Потому что если что-то касается звука, пацаны, я просто, блядь, пока, сука, не сделаю нормально, я не успокоюсь, реально. Вот для меня звук именно микрофона, это почти самое важное, что может быть в ролике, реально. Это просто самое важное для меня. Чтобы был нормальный звук, чтобы не было никаких шумов, помех там и так далее.
чтобы звук был реально четкий, чистый. Для меня это очень важно, поэтому надеюсь, то, что я смог это все пофиксить, и звук реально у вас нормальный. Ну что, залетаем на портик, ебать. Красиво так вот. Опа, иди-ка ты сюда, маленькая. Опа, давай, пошла, пошла, ебать. Так, давай, 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 давай. Бля, рейсы все говно на самом деле, полное просто. Ну давайте поедем в Лудкарин, 35 тысяч, в принципе, тоже деньги, поэтому я думаю, можно поехать и немножко подзаработать, сказать. Похую, ебать, мы дальнобойщики, нам похуй на бабки, ебать. На, ебать, в ебасосину, нахуй. По встречке он, сука, катается, ты, блядь. Бык, нахуй, сука, на радуге, блядь, ты шо, нахуй, рагуй, блядь. Ладно, шучу, пацаны, если что, это юмор, как бы. Я не хочу там кого-то оскорбить, затронуть, обидеть. Это всего лишь, пацаны, юмор. Все ради контента, как бы. Я хочу просто вам поднять настроение, чтобы вы посмотрели видос, ебать, улыбнулись, кайфанули, и все было у вас хорошо. Не, ребятки, я реально, блядь, поспал всего лишь там, ну, сколько, 5 либо 6 часов. Я бодрый, сука, пиздец, реально. У меня, блядь, счастье, я не знаю, полные штаны, блядь. У меня просто энергия. У меня настроение охуенное, просто реально. До этого, когда я спал много, мне прям хуево прям было. Прям очень хуево. Сейчас же, пацаны, я бодрый, сука. Я просто бодрый, блядь. Я готов ебашить нахуй видосы, блядь, стримы. Просто заряженный на все, ебать, миллиард процентов, понимаете? Надо рейс не проебать. Беги, Форест, беги, блядь. Инвалид ты, блядь, вонючий. Вот ты не мог добежать, сука. Реально, блядь, ну как ты, ну как, ну, блядь, ну пиздец, пацаны. На ровном месте просто. Надеюсь, то, что на видосе я не буду, как бы, сильно громкий для вас. Потому что микрофон у меня стоит на расстоянии где-то, ну, 20 метров, может быть, 30 метров. Ой, каких метров, блядь? Сантиметров, ебать. Ну, где-то 20 сантиметров, короче, расстояние. Он направлен прямо на меня, поэтому меня, я думаю, четко, громко должно быть слышно быть. Блядь, 20-30 метров от меня, ебать. Нихуя себе, шо, ебать. В другом доме, нахуй, ты шо, ебать. Ты шо, ебанутый, бля, Валера. Ну что ж, дамы и господа, на этом моменте я предлагаю заканчивать данное видео. Оно получилось длинное, насыщенное, интересное, прикольное, веселое. То есть я старался как мог, у меня хорошее настроение. Я выспался, вам все подробно рассказал, показал. Мы поработали на двух фурах. Я считаю, то, что видос получился реально довольно-таки интересный. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходи, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, за который вы получите 300 тысяч рублей. Если вы хотите в дальнейшем видеть это такие ролики, либо в ближайшее время покажите хороший актив, набирайте на этом ролике 150 лайков, и выходит новая серия «Будем дальнобойщика». Все зависит, ребятки, только от вас. Всех поднял-приподнял, всем пока-пока.